В Актюбинской области еще один ребенок умер в канаве с талой водой. Это произошло в селе Белкопа Этикибийского района. Как сообщается, четверо мальчиков играли на улице. Внезапно один из них упал в воду. Друзья не смогли ему помочь, а к приходу взрослых он был уже мертв. Один мальчик подскользнулся на талую воду и туда упал. В это время мальчики пока звонили домой родителям. И подъехали родители, и они звонили медицинский пункт фельдшеру, они все подъехали. В это время уже мальчик был без сознания. Погибшему ребенку было 9 лет. Он старший из троих детей. Похожий случай произошел в регионе полторы недели назад в Байганинском районе. Двое детей играли рядом с канавой, где также скопилась талая вода. Четырехлетний мальчик упал туда и захлебнулся, хотя яма была совсем неглубокой. Рядом с погибшим ребенком находился его двоюродный брат. Он остался жив.